Привет, народ! Сейчас я расскажу еще одну интересную хитрость. Ну, я не знаю, наверное, многие знают, многие нет. Ну, в общем, мне нужно закрепить вот этот шунт вот с этой вот стороны. Ну, здесь отверстие симметричное, естественно, что я его разметил с этой стороны, потому что мне удобнее будет так сверлить, потому что внутри там уже платы, устройства все, и мне отсюда дрелью как бы не подлезть. Здесь какой-то другой человек разметил 4 отверстия, но у меня в это место не получается его установить, потому что этот человек сначала разметил, а потом уже посмотрел, влазит у него все это или нет. Мне нужно сдвинуть его в край. Но я считаю, что двух винтов здесь будет достаточно, чтобы его держать. 4 это избыточно. Но теперь как бы встает дилемма. То есть вот я использовал одно его отверстие, чтобы не стирать все 4 метки маркера, и нанес еще одно свое. Я здесь уже все накернил, но если я сейчас начну сверлить, то при выходе из, ну, как только отверстие будет просверлено, то есть когда сверло выйдет за пределы, то у меня дрель упрется, и вот эта вот штука здесь оставит такой вот здоровый отпечаток. Мне это не нужно, и сейчас я покажу, как на лицевой панели аккуратненько просверлить, не оставив никаких лишних дырок и некрасивых мест. То есть я начинаю сверлить как обычно. Ну вот, я здесь начал. И теперь здесь можно начать. И теперь такая вот хитрость для того, чтобы все-таки не попортить лицевой вид. Берем кусочек картона. Я здесь в уголке просто этим же сверлом сверлю отверстие. И теперь прикладываю картон и поехали. Красота? Конечно, красота. При этом, как вы видите, все следы от дрели, которые бы остались на корпусе, они просто остались на картонке. А здесь у нас чистенькие, аккуратненькие отверстия. Ну вот и все. Всем пока. Удачи.